Ну что, теперь будем заниматься вместе. Всем привет. Меня слышно? Я говорю сейчас через наушник. Дайте мне реакцию, слышно или нет. Привет, привет. Ну что? Да, привет. Вы меня слышите? Не, мне вообще слышно, вы меня слышите? Ходит в спортзал, да? Пора мотивировать уже вас. Будем заниматься вместе. Я просто не пойму, вы меня слышите или нет. Потом у нас будет очень активная тренировка. Я вам буду рассказывать. Точнее, вы будете вместе со мной заниматься. Слышно. Ну, я брала наушник. Будем вместе. Потом есть занятия в бассейне. А потом пойдем в спа. Теперь я буду здесь очень часто. И вы будете со мной. Мне еще осталось чуть-чуть. Мы теперь готовимся к лету. Кто со мной ходит в спортзал? Какие-то еще вопросы есть более умные? Так, у меня завтра съемки должны быть. Я напомню, что если вы сталкиваетесь с несправедливостью в своей жизни, я могу вам помочь вывести вашу историю на федеральный уровень. И разнести вашего обидчика на телевидении. Так, через 3 минуты идем в другой кабинет. Я вам расскажу. Пишите мне, на самом деле я могу помочь. Если вам нужна хорошая работа, пишите тоже. Порекомендую, к кому можно обратиться. И если вы столкнулись с несправедливостью в своей жизни, я готова вам тоже помочь. Только моим единомышленникам, моим подписчикам.
Привет. В каком в том спортзале? Завтра у меня съемки. Буду присутствовать на Первом канале в качестве эксперта. Я прошу удалиться с моего интернета, с моей страницы тех людей, которые не дружат с головой. Слушайте, я теперь буду слышать все про грудь, что ли? Я отойду подальше. Рост у меня 1,69 м. Хотя я читаю статьи, где пишут, что я 1,65 м. Нет. Может быть, я даже уже на сантиметр подросла. И вес я вот взвешивалась, ну, 63. Что, друзья, теперь мы идем вместе в спортзал, и я вас буду мотивировать каждый день. Фух. Ой. Как хорошо спинка хрустнула. Сколько годиков? 29. Я вам покажу небольшую экскурсию. Люди не будут нормально воспринимать, конечно. Так, ну что, уже у нас скоро сезон. Мы должны приступать к тренировкам, к активным тренировкам. У меня много знакомых татуируют, цирковые, и они, здрасте. И вот они специально, да, в день занимаются железом. Буду показывать вам все. Степы готовить, наверное, нужно. Это получается тут, да, следующий можно поставить степ? Нет, вы меня путаете с Берковой. Стоять с каждой стороны, для новичков можно по одной. Кто не должен, только один, можно по одной.
Это действительно высоко. Вернёмки начнём. До скорых встреч. Я не хочу Без замаха руками. Есть еще здесь. Спрячь по два. Вверх, вниз и вниз. Наверх и вниз. Прочь. Последний. Три пульса. Три, два, один. Правый костер. Правая. Я скоро вернусь.